Привет! Сегодня мы распаковываем новые наушники от JVC Extreme Explosives. Модель у нас HA-FR-201G, что значит green, зеленая. Наушники были заказаны на английском Амазоне за английские же 17 фунтов. Упакованы они вот в такой пластмассовый блистер. Итак, вы видите, что в отличие от других наушников, эти упакованы на славу или на горе. Пришлось разрезать, обкарнали всю упаковку, чтобы достать, значит, что мы имеем внутри. Так, вот этот блистер, который не поддается никакой распаковке, только обрезанию как у раввина. Сами наушники. Так, тоже их приходится отдирать отсюда. Картонка, что на которой написано, ничего особенного, пустая картонка, написано, что подходит как для айфона, айпэда, айпода, так и для устройств на базе Android. Итак, в этой упаковке, вы видите, находятся стандартные предупреждения на английском, немецком, французском о том, что нельзя слушать во время вождения или езды на велосипеде и так далее. Не используйте долгое время. В общем, стандартные дисклеймеры. Здесь мы видим, находится инструкция. Я полагаю, она будет на тех же трех языках. Вот микрофон и так далее. Стандартное нажатие, используемое в айфонах для управления. Ага, украинский есть, чешский, польский, словацкий, шведский, венгерский. Так, русского я здесь не вижу. Да, теперь сам, что входит у нас помимо самих наушников. Вот такой вот переходник, я так полагаю, для, возможно, Android-устройств, потому что здесь штекер четырехразъемный, в отличие от этого трехразъемного. А, как вы видите, две пары даются еще большие, самые поменьше и побольше силиконовых насадок, плюс средние уже установлены. Да, еще хотел заметить, что в отличие от предыдущей модели, которая шла без микрофона, здесь уже не кладут в комплект коробочку, в которой можно было бы упаковывать наушники и носить. Работает стандартное двойное нажатие для переключения на следующий трек, но микрофон тоже будет также работать. В отличие от последних моделей Apple-овских наушников, нет управления громкостью. Да, я забыл сказать, что спутать левый с правым, конечно, можно внешне, но на самих наушниках нанесены буквы, обозначающие левый и правый. Так, пульт управления довольно близко к правому наушнику, но может это и хорошо, микрофон будет находиться недалеко от рта. Так, что еще можно сказать про эти наушники? Длина провода 1,20 м, я думаю, будет достаточно для стандартного использования. Кому, в принципе, мало, тот может, наверное, купить крепление на руку для айфона или какого-либо там телефона или плеера, с которым используют. Вот. Штекер у нас прямой, не Г-образный, как на некоторых других. В общем, осталось проверить временем, как долго они выдержат. Возможно, через некоторое время я что-то смогу сказать по звучанию. Обещают глубокий бас. Что будет на самом деле, неизвестно. Спасибо за внимание.